Мария Лобанова, можете еще раз на камеру сказать все свои пожелания, которые сейчас моему другу озвучили? Да, конечно, не могу. Сумка за 150 тысяч селен. Нет, вам показал, за 150 рублей. Ага, этот самый, что там еще? Отдельный фейк. Полмиллиона, что она сказала стоит? Я могу перечислить. Браслет от кого? У нас. Нет, у нас. Давай, ну перечисли, перечисли, пожалуйста. Да что? Ну перечисли. Не надо. Ну ты же... Ну просто хочешь, ну что, подумаешь, кто, да, кто не нет, хочет. На самом деле это нормальный перспектив. Да, Тём, скажи. Значит так, у нас в ближайшем будущем. Нет, начинай с малого. Давай. Начнешь. Ну дай ему уже сказать. Да. Значит так, у нас. Это на всю жизнь хотелось. Да, 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 давай. Не перебивай его, пожалуйста. Значит так, сумочка селей у нас. Сколько стоит? 140 тысяч рублей. Так, следующая позиция. А, далее, мы хотим браслетик Cartier. Cartier. Сколько стоит? Это неправильно. 500 тысяч. 500 тысяч. Ну, потом браслетик. Подожди, давай я часы. Перечислю. Маш, пожалуйста. Вот вы уже ссоритесь, блядь. Ну. Никакой идиллии в ваших отношениях. Ну. Cartier браслетик за 500 тысяч. Так. Дальше мы хотим часы Rolex. Да. Сколько стоит? Сколько стоит часы Rolex? Ну, что-то там 1015 долларов. Долларов, так. Побольше, наверное, 20. 15 тысяч, да. 20. Сейчас, сейчас. 20-ка. Ну. Хорошо, 20-ка. Далее мы хотим сумочку Hermia Kelly. Сколько стоит? Ну, 1015 долларов, да? Так. 1015 долларов. Дальше мы хотим... Когда мы дойдем до Панамеры? Панамеры, вот. Панамеры. Ну, это конец. Конец. Панамеры, да. Это когда я уже рожу троих. Слушай, я тебе предлагаю вот что. Вот этого парня поменять на этого. Я не согласен, брат. Тогда, да, тогда, тебя тогда да, тебе не придется ждать долго и всю жизнь. А да. Нет, в этом-то весь кайф. В чем? Сидеть и мечтать. Кайф, когда вот этот парень может тебе сдать все это сразу. Интересно, о чем я буду тогда мечтать? Как ты сейчас лицемеришь на камеру вообще просто? Амиран, я бы сейчас показал тебе другого парня, который сидит. Не будем его показывать. Не будем показывать. Да. Который мог бы просто это чихнуть и все это... И все сейчас бы было. Мотор идет ли? Да. Все отлично. Не стопай. Ага. Просто прямо перед собой. Нет. 3-4 и кричите, и поднимаете, двигаетесь и не опускаете, пока я не скажу стоп. Все, нет, это легко. Так. 3-4. Кривиков, а? Помощь нужна. Чё? Подойди, пожалуйста. Какие? Черно-белые или красно-белые? Красные мокасины. Ну, красные мокасины уже есть. Вот эти я просто возьму. Какие? Новые. Какие? Вот эти вот новые? Эти. Я же уже по кроссовкам только узнаю. Может поменять? Да, вот. Давайте я свои положу, а эти возьму. Нет. Почему? А вы подпишите дневник хача. Реально, заберу сразу. Обе надо брать, да, брат, я считаю? Да, не сегодня только, а, да. Ты хочешь два левых взять, да? Да. Да, ну, так носит обычно. То, что ты разные любишь кроссовки, я знаю. А можно хотя бы правый и левый? Правый и левый. Слушай, ну вот эти крутые. Крутые. Вот эти тоже крутые. Эти уже вышли из моды. Они сегодня только так пришли. Такие есть только у тебя и у Фарика. Эти сегодня пришли только, тебе же говорят. Ну, не знаю. Вот эти классные. У меня есть такие же, только красные. А я возьму оба. Да, сейчас. Потому что Новый год. Ты знаешь, я твою песню сегодня на репите слушаю. Гуляем, летаем. Нет, нет. Здесь, брат, не постригся пока. Ну так послушай. Гуляем, летаем. Сегодня. А не важно, что в кармане. Гуляем, летаем. Не важно, что в кармане. Сегодня буду пьяным. Молодец, да? Молодец. Нравится? Важно, что в кармане сегодня буду пьяным. Вижу, на... Брат, твой телефон упал. Почему твоя камера упала? О, кто идет? Кто идет? Привет. Как она? Нормально, ты как? Нормально, хорошо. Со своим будущим продюсером будешь здороваться? Да, конечно, здорово. Че, как дела?
Нормально. Слушай, а ты специально ходишь за нами? Конечно. Я же так люблю тебя. Не, я знаю, ты мне принес что-то, покажи. Короче, смотри. Нихуя себе. Чувак нарисовал точечками такими. Точечками? Да. Похож, кстати, прям. Смотри, очень круто. Смотри, что тут написано. Что? Дневник Хача, Екатерина Чернорусь, Игоревна. А все наши хитовые тренер фразы, Алик, да? Тренер Алик, Леха Мулат, Росомаха. Прикольно, прикольно. А как его зовут? Его сзади написано. Вроде написано. Нет. Хочу с большой буквы Х от Кулебякина Сергея. С канала. А. Спасибо, друг. Спасибо, реально очень приятно. И получилось круто. Спасибо большое. Просто сидела большая компания, ты пришел, все ушли. Меня же все так любят. Ну, главное, сцена дается. Как бы понятно. Как вообще творческие планы? Хорошо. Перерыв на 5 лет все-таки сделаешь? Нет. Нет? Я опускать руки не буду, все равно буду петь. Как бы ты, я не знаю, кто не хотел, а буду петь. Как концерт в продуктовом магазине прошел? Хорошо, кстати, прошел. В кармане сегодня буду пьяный. А? Ты что тут делаешь? Ну ты ж позвал. Александр Иванович, а куда вы меня ведете? Можно узнать? Я хочу продемонстрировать своим подписчикам. Моим подписчикам что? Ну, им понравилась тема по домам, да? Да. А теперь по работам. По работам, да. Заходи. Будешь что-нибудь? Ну кофе, да. Чай. Да можно не кофе, чай, брат. Можно раннее утро начать вообще с веселья, смотрю. Мы так и начинаем. Сейчас узнаем. Кай! Че будешь? Здрасте. Можно чаю? Собственно, здесь происходит процесс творчества, да? Ну, не совсем. Не совсем? А что здесь? Чьи судьбы решаются? Вообще, иногда здесь я закрываю ключ. Да? Прикольно. Катю? Нет. Я не люблю тех, с кем работаю. Красава. Так нельзя. Брат, такое ощущение, как будто ты не творчеством занимаешься, а бизнесом, и у тебя завод. Нет. Логи. Вот, это прикольно, брат. Здесь, короче, у нас репетиционка, тут все время хлам, потому что постоянно по-разному что-то там пишут. Короче. Здесь ты записываешься, да? Не только я, да. Скажи, а вот трек «Родни» здесь родится? Нет, что-то меня душишь с «Родни»-то, а? Давай так, я сейчас либо принимаю решение, я стою на твою позицию. Да. Либо... Нет, я считаю, пацану надо помочь. Я тоже так считаю. Давай ему поможем. Давай. Как? Ты ему запишешь новый трек, а я его пропиарю. Не получится этого сделать. Но он пойдет снова на главную сцену и все испортит. Да. Вот представляешь себе, все думают, блин, быстрее бы ворваться в телек. Да. Но не всегда понимают, получается. Да. И не всегда все получается. А. Опа, Амстердам. Опа, Андрюшка! О, творческий человек сразу видно. Привет, Амиран. Здорово. Как привет, ты? Друг. Да нормально. Слушай, а вот запах чувствуется какой-то. Он тут напердился. Принцессы не пукают. У него тут одеяло. Нет, знаешь, какой запах чувствуется? Амстердамский. Нет, нет, вон откуда запах. А, оттуда, да? Заметил, мы когда сюда подошли, я сначала открыл эту дверь, первую, потому что да? Мы его запираем здесь, он здесь живет. Кстати, да, ты же открыл дверь, а да. Почему? Сплю на полках, он там. Смотри на его глаза. Дядя, он... а почему тебя запирают? Знаешь, интересная история была. Как-то мы выступали в Ставрополе, и во время моего выступления нас госнаркоконтроль снял со сцены. Почему? Ну, не знаю, заказуха какая-то была, хрен знает. И стоит вот Андрюха, у него дреды, у него здесь майка с коноплей. И самое смешное, у него фамилия Андрей Коноплев. И к нему подходит мусор, и вот так берет паспорт и говорит, не, этого не забираем, слишком очевидно. И подходит ко мне, говорит, нарколыга, поехали. А я просто стою, ни в одном глазу, знаешь, такой, типа, чё, блядь? Концерт сорвали, гады, а там очень клевый концерт. Да. Дядя, а ты чем занимаешься? Я, вот это мое рабочее место, я делаю... Ты сводишь музыку. Там, вот Logic Pro, Logic Pro я узнал, я его крутил пару раз, ничего не получилось. Ничего не узнал, это да. Pro Tools. А, это Pro Tools. Да, вот Андрюха делает, сделал, собственно, тот трек, от которого сейчас все зависают. Который я сейчас слушаю. Дядя, охуенный трек. Только ты скажи сразу, что я в шарфе, чтобы они не писали, что убери, сними эту хуйню, я болею просто.
Ты уже сказал, что... А, снимал? Да. Ребят, я болею, вы меня простите за эту хуйню нашу. Брат, что ты меня сюда притащил? Где мы и что будет? Я тебя сюда не притащил. Правда? Да. Хорошо. Ну, я сам тебя посмотри, напросился. Какой ты красивый. Ну ты сказал, надо по дресс-коду одеться. Я не говорил. А ты сам-то пиджак одел хотя бы? Я, да. Покажи. Брюки, пиджак. Молодец. И шарф у меня, потому что я болею. А не потому что хуйня какая-то, да? Ну вообще хуйня. Слушай, ну что, мы приехали на Music Box сегодня, новогодний корпоратив. Я буду петь нашу любимую с вами песню. Армяшка танцует. А, я думал, тебе. А, это не ты пошла. Тире, да. Скажи на фоне этого всего зала поздравления новогоднего. Кого? Кого поздравлять? Ну, поздравь страну с Новым годом. С Новым годом, страна. Нет, дорогие россияне. Русские офицеры. Я от лица русского офицера. Да. Поздравляю вас. С Новым годом. Всех с Новым годом. Спасибо. Мне красиво? Спасибо, вам очень идет. А, скажите, вы Педик? Очень многие вас увидели, спросили, это Педик? А, меня снимаешь, что ли? Нет. Снимаешь? Так, держу просто. Слушай, ты вообще на Педика похож. Какие тут звезды пришли, а? Какие звезды? Хорошо. О, ты как? На цвет. Что за мероприятие? Поспать есть. Друзья мои, где-то здесь должны звучать шикарные громкие аплодисменты. Как-то я их не расслышал. Давайте поаплодируем все вместе. Да, я там тоже не буду петь. Вот так вот у нас оперативно меняется война. Вы... Оба крутые. Давайте попробуем. Мы шапки продаем свои. Тебе надо? Где можно взять? Ну, дорого? Полторы штуки продаем. Полторы тысячи? Вот такую? Да. Ты серьезно? А в чем фишка ваша? И что, прет? Ну да. А в чем фишка ваша шапка? Ну сейчас лейбл здесь будем прошивать. Какой? Глеб Звезда? Хуя себе, блядь. Глеб Звезда шапки будет? Ну типа, ты на сайт зайди, посмотри. Там просто звезда будет. А ты все снимаешь. Действительно, у него шапки на своей части снимаешь. Пиздец вообще. Ты хуйня занимаешь. Пока ты снимаешь, люди, он ну шапками торгует. Сейчас у мужчин точно будет. Девочки, я просто хотел сказать, у вас вечер испорчен, судя по платьям, да? Очень некорректный вопрос, на самом деле. Да я вижу, ты уже психуешь. Нет, это не вызывайте ко мне в Инстаграм. Что это такое? Что за мань? Пожалуйста. Вот мой Инстаграм. Я здесь, а, понятно. Олег, смотри. А я тут хочу показать тебе. Инстаграмы достали. Давай. Полезай, покажи. Ребята, ну вы чё? Да конечно. Она замужем, я тоже. Нет. Ты замужем? Уже было. Слушай, а как так получилось с платьями? Провал-то такой, а? Как получилось? Одна дизайнер. Одна дизайнер. Да, да. Покажи тоже, пожалуйста. Да. Что вы мне сделаете сегодня? Я Олег, я директор этого кафе. Поцелуй меня снова. Иди сюда. Мы не скажем ни слова. Упадем на... Давай, Майами, давай! Ты не делай мне грубо. Давай, Майами, давай! От тебя умираю. Малышка, танцуй. Ну что, наконец-то мы собрались, блядь. Ура! И едем здорово, в Питер. Пацаны. А что вы пьете алкоголь с утра пораньше? Не алкоголь, это безалкогольное пиво. А, безалкогольное пиво. Да, там мы же эти... А похмелин? Мы же в Сапсане водители. Капитан, неприятель. Пиприятель. Как думаешь, Питер нас хорошо встретит, Олег? Я думаю, что он нас встретит так, что не отпустит. Ты думаешь? Да.
Это все. Главное, чтобы ты зажигал. Знаешь, что из-за кого? Что? Из-за неприятеля, он же оттуда. Серьезно? Ты питерский? Что, не знал, что? Ну а ты не интеллигентный вообще. 24. Чего? Тоже не знаю. Не, братан, он когда в Москву приехал, он был интеллигентный. Ты смотрел его клип? Я не забуду. Он там за скалой там приедет, у него просто, знаешь, глаза умные. Интеллигентные. Взгляд сосредоточенный. Москва испортила, блядь. Она всех испортила, понимаешь? Потом тебя испортила. Не, меня нет. Она меня сделала лучше. Тебя Москва еще каким-то образом, блядь, когда ты в горах жил, блядь, испортила. Нет, она меня сделала лучше. За 800 тысяч километров. Я думаю, надо быстренько придумать план действий. Да, смотри, в Питере. Как только приезжаем, что делаем? Нас встречают. Мы едем в гостишку. Так, мы в одной гостишке живем? Мы с ним, да. Да. Нет, ты прикалываешься? Нет, я в одной гостишке, а не номере. Ты че, блядь? Господи, я ж просил в разных гостиницах поселить. Олеж, вот наш вагон. Вот наш вагон, тебе говорят. Ты что себя как фарик ведешь? Ну что, друзья? Скажи его фирменное. А? Скажи его фирменную фразу. Свою фирменную? Фарика? Да. Ну что, друзья? Ну что, друзья? Йоу! Йоу! Никто, сейчас все такие перед экранами. Кто такой фарик? Кто такой фарик? Давайте покажем его знаменитую фотку. Человек, который покорил Москву. Нет, человек, который приехал в Москву. Только что, вчера. Он говорит, в смысле 20 тысяч квартир на месяц? Что? В смысле квартира снимать, деньги надо платить? Вокзал место есть? Йо, в смысле с вокзала съезжай? Смешно. Фарик, привет тебе, друг. Фарик, привет, друг. Надеюсь, мы останемся друзьями. Фарик, мы знаем, что ты уже давно не на вокзале живешь. Да, ты поднялся. Ты поднялся сам. У тебя был день рождения, Надежда. Начнешь зарабатывать, девчонки сами прибегут. Ой, блин, ты такой сильный. Ты что, что-то ешь? Да я иду к девочкам. А они к тебе не идут, да? Да. Ну вот, зарабатывай и будут идти. Ну они идут. Работаешь уже где-то? Я работаю. А сколько тебе лет? Три. О, уже пора зарабатывать. Я в твои 3 года первый миллион заработал. Нет, это мои годики. Чоп-тры-троп, чоп-тры-троп, чоп. Короче, там у них корпоратив, и они смотрят бригаду всю серию с первой. В чей номер скинем шмотки? А ты что, все? Ну, я переодел майку. А, извини, не заметил. Реально переодел. Реально переодел футболку. Я тебе скинул это сообщение, чтобы ты мне прислал фотографию номера. Знаешь что, ну реально улучшенный номер, кровать несовмещенная, кресло получше, а так все то же самое. Кровать не смещенная, то есть, понимаешь, я в почете буду у телок. Братец, я не против. Согласен. Знаешь почему? Потому что ты друг настоящий. Да. Настоящий друг лучше, чем остальные старые друзья. Знаете, как он говорится? Понятно, Олег. Философия это не твое, я понял. Выбираю жить в кайф. Я выбираю жить в кайф. Придурок, я выбираю жить в кайф. Я выбираю жить в кайф. Красава. Да, и да, фирменный танец. Как близнецы учили. Мы, два плейбоя, приехали в Питер. My name is Richard, I like pussy. А ты? Алекандро, пердит вулканом. Ходим, широебимся по разным заведениям. Везде так весело в Питере, вот смотрите. Просто тьма народу. И как бы вот соответствующее настроение. Давай вот скидим. Давай. Просто
Просто пососи. Просто пососи. Чтобы в клуб войти, просто пососи. Пососи. Просто пососи. Чтобы в клуб войти, просто пососи. Пососи у меня. Амиран очень смелый, вышел сразу в центр. Лев просто, лев. Аккуратнее, девочки, охраняйте, пожалуйста, Амирана. Чтоб телефон остался, камера самая главная, чтобы все осталось. Признак, что ты в отпуске, это
устраивает застолье везде. Да, Олег? Ну, можно себе позволить? Ну, ты можешь, конечно, после вчерашнего выступления в Питере и твоего сумасшедшего гонорара. Можешь себе и не такое позволить. Не то, что я за свои деньги приехал. Мы... И еще раз вам спасибо, Питер. Спасибо, Паша, не приедем. А кто это? Сам ездил. Туда, высокий. Да? Я остался кататься. Угу. А я думал, это организатор. Ну, организатору спасибо, я ей говорю. А, да, спасибо, организатор. Пашка, мы шутим. Да. Именно Пашке это надо подчеркивать, потому что он обидчивый очень. Пашка, ты друг. Ты друг, да. Вот девчонок вчера сколько было красивой, да? Ух. Две. Ну, справедливости ради, надо сказать, что это три. Нет, вы знаете, кстати, помните, да, кстати, пару девчонок подошли, мне сказали, Амиран, ты говорил в прошлый раз, когда был в Питере, что в Питере нет симпатичных девушек. Так вот, выкуси. Малышка, да.